Вот такие интересные и полезные гаджеты я покажу вам в этом видео. И помните про конкурс, который будет в конце видео. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня вы увидите 15 классных и полезных электротоваров с сайта AliExpress. Нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, так вы будете получать мои видео самые первые. И обязательно пользуйтесь кэшбэком. С его помощью вы будете экономить часть своих денег с покупки. Сам пользуюсь и вам рекомендую. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И как всегда, по традиции, в конце ролика будет конкурс. Приятного просмотра! И первый товар — это у нас электрический терморегулятор с розеткой под стандартную вилку с выносным датчиком длиной 1,5 метра. Может использоваться в инкубаторах, террариумах, аквариумах, холодных камерах и прочих установках, где требуется точная регуляция температуры при плюсовых или минусовых градусах. Очень удобный и функциональный прибор. С его помощью вы будете уверены, что он неусыпно следит за данной температурой, а при достижении заданного значения запустит или отключит подсоединенное оборудование. Может использоваться как на обогрев, так и на охлаждение. Номинальный ток 10 ампер. Универсальный тестер заряда батареек. Не можете сообразить, какие из батареек еще можно использовать, а какие уж давно пора выбросить? Поместите их поочередно между контактами тестера батареек. А стрелка прибора на удобной шкале цветами обычного светофора сразу точно вам укажет, приближается этот момент или уже наступил. Зеленый – хороший, желтый – слабый и красный – выбросить, заменить. К тому же известно, что при неисправной одной батарейке в комплекте питания приходится выбрасывать сразу все. С помощью тестера батареек вы легко сможете найти и заменить севшую батарейку на хорошую, значительно продлив тем самым срок работы всего устройства и сэкономив при этом свои кровно заработанные. Настольный светодиодный светильник. Современный аналог обычных настольных ламп, обеспечивает качественное, комфортное и безопасное для глаз освещение, отличается современным стильным дизайном и высоким качеством сборки. Имеет 7 режимов регулировки освещенности и оснащен сенсорным выключателем, что позволяет включать прибор одним прикосновением. Качественный глянец пластика, современные электронные компоненты и комплектующие обеспечивают надежную и долгосрочную работу светильника. Аккумуляторные батарейки – это революционный продукт, в котором стандартный USB-коннектор идеально помещается в батарейку размером 2А. Теперь, в век всеобщей компьютеризации, не стоит носить с собой стандартное зарядное устройство с двухмерным кабелем и переходником в придачу. Все, что вам понадобится – это USB-аккумуляторные батарейки. Современная мини-мультимедиа-техника, мыши, Bluetooth-клавиатуры, плееры, фотоаппараты, приемники и гаджеты всех мастей все еще остаются крайне энергоемкие и высасывают емкость батареи и аккумуляторов ужасающей скоростью, поэтому вопрос перезарядки аккумуляторных батареек крайне актуален. Датчик протечки воды. Недорогой и нужный девайс, очень громкий, писком в 90 дБ, предупредит вас о появлении воды в ненужном месте. Этот датчик следует разместить на полу или в месте, где вода появится при утечке в первую очередь, и можно поставить на кусочек ткани, который быстро намокнет в случае протечки. Для работы нужна 9-вольтовая батарейка крона, а если у вас есть большой аквариум, то можно и нужно поставить около него, и с этим датчиком можно будет спать спокойно и не бояться, что вы зальете соседей снизу. Bluetooth-динамик с функцией фонарика для велика. Это не просто портативная колонка, это еще и фонарик, радио и MP3-проигрыватель. Колонка маленькая, но при этом мощная, выдает впечатляющий звук. Эргономичная форма корпуса и прорезиненная поверхность, благодаря которым колонку очень удобно брать и носить в руке. Колонка имеет достаточно мощный фонарик, и ее можно крепить на велосипед с помощью специального крепления. Еще одна отличительная способность – ее можно использовать как внешний аккумулятор Powerbank. С помощью ее выхода USB можно подзаряжать другие устройства, как, например, телефон. Цифровой анинометр – прибор для измерения скорости ветра и температуры. Он может измерять скорость и температуру ветра, также может сделать расчет ветрохолодного индекса. Есть ЖК-дисплей с подсветкой, легко читается значение в ночное время. Прибор идеален для применения на станциях наблюдения за окружающей средой, для проверки вентиляции, кондиционирования воздуха, парусном, авиационном и парашютном спорте. Форма корпуса прибора позволяет комфортно производить измерения, крыльчатка встроена в корпус.
Люксометр – это портативный, удобный и легкий в управлении прибор, предназначенный для измерения и контроля уровня освещенности с максимальной точностью. Данное оборудование может использоваться для замеров освещенности в жилой комнате либо в офисе, применяется в медицинских и учебных учреждениях, на улице и так далее. Гибкий провод, соединяющий датчик прибора с корпусом, дает возможность люксометру определять интенсивность света в труднодоступных местах. Самый продаваемый Powerbank. Его батарея получила в свое распоряжение солидные 20 тысяч мАч, чего будет достаточно до 5-7 зарядов смартфона и до 3-4 зарядов планшета, что в наше время весьма полезно. Характеристики банка как бы намекают, что в дороге вам вряд ли придется беспокоиться об истощающемся аккумуляторе вашего гаджета. Два полноформатных USB разъема дадут возможность питать сразу несколько устройств, причем один из них поддерживает функцию быстрой зарядки, а числовой индикатор, находящийся на передней панели, позволит вам ориентироваться в расходе энергии. Мощный, качественный фонарь. Впервые столкнувшись с этим фонарем, вы оказываетесь поражены его яркостью при небольших размерах. Этот фонарь оснащен эффективным драйвером для достижения наиболее высоких результатов работы и имеет 10 мощных светодиодов. Дальность просто поражает. Он спокойно освещает предметы на расстоянии 150-200 метров. Фонарь может работать от 1, 2, 3 или 4 литий-ионных аккумуляторов формата 18650. При увеличении количества аккумуляторов происходит увеличение времени работы фонаря, отличает высокая производительность, яркость, низкое энергопотребление и длительный срок службы. Он подходит для патрулирования, служебной деятельности, а также на охоте и рыбалке, при использовании в городе или на даче. USB-C кабель с подсветкой. Разъем питания – достаточно уязвимая часть смартфона. Через него внутрь гаджета может попасть пыль и вода, что вряд ли положительно скажется на состоянии девайса. А постоянные подключения к кабелю питания постепенно расшатывают гнездо зарядки и приходится нести аппарат на дорогостоящий сервисный ремонт. Хорошо, что мы живем в мире, где технологии не стоят на месте. Встречайте магнитный кабель, да еще и с подсветкой. Проще простого, установите миниатюрную заглушку в разъем питания и подносите к ней маленький штекер по мере необходимости. Заметьте, что в этом случае вы одновременно защищаете разъем от попадания пыли и влаги, а вдобавок не расшатывается конструкция постоянными подключениями. Качественная беспроводная Bluetooth-клавиатура предназначена для управления телевизором, подключенным к компьютеру. С ее помощью можно просматривать мультимедийные файлы с ПК на телевизоре, не вставая с дивана. Клавиатура легко подключается с помощью специального приемника, входящего в комплект, не требует настройки. Питание осуществляется от пары пальчиковых батареек. Помимо клавиш, аксессуар отличается наличием сенсорного тачпада и может также выполнять функцию мыши на смартфоне. Существенным плюсом этой модели является бесшумность ввода. Нажатие на кнопки происходит плавно и мягко. Этому способствует мембранная конструкция клавиш. Популярный зарядник для автомобильных аккумуляторов. Применим к автомобильным аккумуляторам 12-24 вольта, свинцово-кислотным батареям, гелевому аккумулятору, источнику бесперебойного питания. Передовая технология широкоимпульсной модуляции, которая используется для автоматического заряда батареи через 5-ступенчатый цикл зарядки. Доступные режимы. Режим постоянного тока, режим постоянного напряжения, плавающий и циклический режимы. Встроенная защита от перегрузок, напряжения, перегрева и короткого замыкания. Яркий ЖК-экран для мониторинга показателей. 5-ступенчатый показатель заряда. Есть автоматическая зарядка при подаче напряжения 12 вольт. Крепкая флешка из нержавеющей стали с влагостойкими свойствами. Сделанная из нержавеющей стали с применением технологии Chip on Board. Вода и пыль непроницаемая, благодаря чему она будет надежно защищать ваши файлы. Совместимость с любым компьютерным оборудованием обеспечивает стандартный разъем типа USB-A. Довольно большой объем памяти в 32 ГБ позволяет хранить множество файлов, обрабатывать их в любом формате за счет интерфейса USB 2.0. Удобная петелька для шнура обеспечивает дополнительный комфорт при транспортировке устройства. Привлекательный дизайн в серебристом цвете подходит для офисного использования. 3 в 1. Брелок, персональная сигнализация и фонарь. Персональная охранная система с датчиком движения сочетает в себе особенности подачи сигнала тревоги с функцией датчика движения, чтобы сделать любое перемещение более безопасным, как и ваш дом. Такая охранная система безопасности портативная, ее просто носить с собой в сумке или в кармане. Уровень звукового сигнала 120 дБ, настолько сильный, что находиться рядом невозможно, потому как это создает дискомфорт в ушах. Проработанная система определения движения или пир-детектор легко включается, достаточно лишь двинуть крышку вниз и включить. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, в каком году вы закончили школу. А если еще учитесь, то напишите, в каком вы классе. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!